Как поднять свою самооценку? С вами Алекс Овенго с озера Лох-Несс. Когда-то давным-давно в детстве во дворе иногда мы, будучи детьми, дразнили друг друга. А, лох-лох, меня тоже дразнили. Самооценка из-за этого очень часто страдала, и потом уже, повзрослев, пытаешься как-то доказать, что ты на самом деле не лох, что ты покупаешь самые классные вещи, что ты способен, что ты достигаешь. Пытаешься всячески там, решить детские комплексы за счет потраченного во взрослой жизни времени. И я замечаю, что многие именно этим же и занимаются. Поэтому в этом видео есть несколько вещей, которые могут вам сильно помочь. Значит, как поднять свою самооценку? Во-первых, нужно понять, что внутри нас есть вот это самое лохнесское чудовище, которое периодически занимается тем, что либо сортирует все наши действия и все оценки других людей и применяет это к себе, но по-простому. Что о нас думают? Так, нас похвалили или нас поругали? А нас как бы уважают или нас не уважают? Ну и в зависимости от этого начинает выбираться реакция, как на это реагировать. Либо мы улыбаемся, ой, спасибо, спасибо, ой, да не за что, не за что. Или начинаем в агрессию уходить, если нас пытаются унижать. Ну или там как-то закрываемся, строим замки вокруг себя. И тем самым можно всю жизнь провести вот в этом состоянии дурацком, в поднятии самооценки, в опускании самооценки, в реагировании самооценки. Но, что очень важно, вот это внутреннее состояние самооценки, оно вообще очень сильно вредно. То есть нужно понять, что вы просто являетесь некой ценностью. Вы для мира ценность. Бог не делает людей второго сорта. Реально нет ни одного человека, являющегося вторым сортом. Да, есть богатый, да, есть бедный, да, есть более, может быть, удачливые, может быть, более и менее удачливые. Но так или иначе, если у вас есть какая-то реально интересная цель, потому что среди моих подписчиков нет лохов. Многие говорят, вот, вы там в инфобизнесе лохов разводите. Я так не считаю. И вот почему. Потому что я вижу, как люди иногда, может быть, даже с заниженной самооценкой. У меня есть ряд клиентов, у которых, ну, по всем параметрам, даже если по нумерологии смотреть, заниженная самооценка. Но, тем не менее, они делают потрясающие вещи. Вы делаете потрясающие вещи. То есть, когда вы перестаете запариваться по поводу, ой, как меня ценят, не ценят, и вы начинаете сосредотачиваться на профессионализме, и у вас появляются классные результаты. Вы присылаете отзывы. На канале можно найти, ну, действительно, сотню отзывов людей, которые реально сделали благодаря тем технологиям, которые я давал. Потому что технологии всегда умножаются на личность. Так вот, вот это ваше внутреннее лохнесское чудовище нужно переключить, знаете, из чего? Вот оценивают нас, не оценивают. Забить на это, на самом деле. Нужно, чтобы ваше внутреннее чудовище было таким хорошим, жадным чудовищем, и оно сортировало, ведет нас это к деньгам или не ведет. То есть то, что нам предлагают, оно к нас к деньгам ведет, да, классно, мы в это вписываемся. То есть позволяет, например, нам вложить доллар, получить 10, классно, мы вписываемся. То есть это качество практически у всех миллионеров есть, оно общее, оно универсальное. То есть способность вкладываться для того, чтобы получать там многократно. Ну хотя бы там даже доллар вложил, 2 получил. Уже, кстати, хорошая сделка на самом деле. И вот этого внутреннего лохнесского чудовища нужно натренировать, чтобы оно все, каждый день воспринимало всю входящую информацию и обрабатывало это с точки зрения такого здорового эгоизма. Оно вам полезно? Да. Оно вас делает богаче? Да. Приносит деньги? Все, вопросов нет. Чтобы вот это ваше внутреннее лохнесское чудовище по-хорошему гребло под себя, строить, чтобы вы строили себе хорошие, там, покупали себе хорошие квартиры, машины и не останавливались на этом. Чтобы вам по-хорошему было мало. Но не потому, что я куплю крутую тачку, вот как у парней будет, да, чтобы меня уважали. Кого ты сейчас тачкой удивишь? Да? Даже супер-мега-пупером Мерседесом половина людей будут считать, что ты деньги наворовал. И это, ну, как бы распространенная точка зрения. Что если у тебя машина там дороже 2-3 миллионов, то в принципе ты точно это наворовал. То есть тебя будет 90% людей просто ненавидеть. Ты едешь в своем крутом Мерседесе или там Порше кабриолете или там, не знаю, в золотом Феррари. Только малая часть людей, таких же, как ты, которые стремятся там, к какому-то серьезному результату, тебе скажут, слушай, молодец.
Большая часть людей тебя осудит, скажет, наворовал. Если вы женщина, что они скажут? Что вы сделали? Правильно, вы эти деньги заработали. Да, как говорится, ах-ах-ах. Но тем не менее, поэтому не нужно гоняться за любовью народа, или там даже гоняться за деньгами тоже не нужно. Нужно гоняться за собственным профессионализмом, за тем, чтобы вот ваше внутреннее лохнесское чудовище было удовлетворено в конце дня. Мы сегодня сколько денег заработали? Мы молодцы, пойдем спать. Что-то не доработали? Пойдем работать. То есть вот в этом вся фишка. Чтобы ваше внутреннее лохнесское чудовище, оно реально перестало запариваться по поводу самооценки. Оно стало запариваться по поводу того, сделали мы сегодня шаг к успешному успеху или нет. Мы что-то сегодня в себя проинвестировали? Да, отлично. Мы что-то сделали для процветания своего бизнеса? Да, сделали. Все замечательно, совесть чиста, можно идти спать. И чтобы вот это, я желаю, чтобы ваше внутреннее вот это чудовище по-хорошему было улыбчивым, таким добродушным, по-хорошему в меру жадным, чтобы вы стремились к лучшему, к большему. И только от того, что ты имеешь, можно делиться с миром. Вот в чем вся фишка. То есть, если вы хотите не только для себя, то в первую очередь нужно позаботиться о себе. А уже потом заботиться о тех людях, которые вас окружают. Поэтому внизу вы можете написать свое мнение, можете скачать подарок топ-10 ниш, которые сейчас в данный момент наиболее благоприятны для того, чтобы делать там целое состояние. С вами был Алекс Овенга, до встречи в следующих видео, скачивайте внизу подарок, и я верю, вы сможете.